Средства личной гигиены, школьные принадлежности, канцелярские товары, детские игрушки и постельное белье. Все самое необходимое для беженцев доставили в пункт временного размещения представители местного отделения партии «Единая Россия». Мы сегодня привезли для детей из Луганской и Донецкой народных республик гуманитарную помощь, которая была собрана партийным активом и просто неравнодушными жителями в местном отделении партии в Ленинском городском округе. Мы привезли с собой товары первой необходимости. Гости привезли не только подарки, но и хорошее настроение. Генератором положительных эмоций выступил любимый детворой нашего муниципалитета клоун Алекс. Активное участие в празднике приняли дети и их родители. Все с удовольствием пели, танцевали, перетягивали канат, участвовали в конкурсах и получали призы. Нам здесь очень нравится. Праздник нам устроили просто замечательно. Давно так не веселилось, давно так не было весело. И деткам понравилось. Он вообще замечательный. Жители муниципалитета и местным отделением «Единой России» Ленинского городского округа продолжается сбор средств первой необходимости для беженцев. И совсем скоро очередная партия гуманитарного груза отправится в пункты временного размещения. Галина Житкова, Ольга Садовская, Видное ТВ.